Такой же большой, свап, как свап, ты, свап, свап, и богатый. Свап, фейт, фейт, фейт. Надо убить Бернига. Свап тут есть. Свап хорошо поймали Ксиксеса. Быстренько убили. У Ксиксеса есть байбак. Он может выкупиться. Пришел упи в драку. Стан, пошел стан, станчик. Куда? Он один, но Бабока рядом. Пошла Монта. Пытается упи драться. Он будет уходить или нет? Так, Магнус, сюда иди, братан. Бьют упи, упи вернули. Упи вернули первый раз. Теперь ему надо побегать. Лотус на нем. Ультимейт пошел от Джиггернаута. Ультимейт не самый удачный. Ксиксес двоих цепанул в ультимейте. Он погибает, он без байбека. Упи, упи, стандер скастует сейчас в СС. Сам взорвался, сам взорвался, сам взорвался и стоит. Но здесь Бёрнинг помогает. И Упи забирает Урсу. Луна, Луна, пошло серьезное ПВП. Луна, не забываем, что она с рапира. Но если не будет саппорта, Луна не выиграет эту драку. Луна не выиграет эту драку, если не будет саппорта. Она подмирит с армором. Будет ли возврат от Бабоки, будет байзон. Будет, будет, будет. Юйнай до конца. Боже, какой он сильный. Бабока уходит. Надо драться дальше, надо драться дальше. Магнус погиб, сгорел просто. Остается в соло Юйнай. Последний герой команды Ньюби. Тут же Бёрнинг. И втроем будет его кайтить. Очень много дэмэджа у Юйнай. Получает стан Юйнай. И Бёрнинг вместе с Упи разваливает Юйнай. И забирает рапиру у него. Очень неплохо сыграно. Сколько раз? Окей. Рошан практически пал спектра, дает свой хаунд. Пытается моментально убить Флай. Флай все-таки дал голем. Джеракс, неужели будет плохого? Плохого не будет. Он просто не успевает. Бёрнинг один. Слушай, Бёрнингу-то больно. Бёрнинга можно убить. Бёрнинг! Да ладно! Бёрнинг выживает. Лагуна Блейд погибает. Но Тейл, она получает РП. Да это просто какое-то чудо! Настолько не везет, а уже настолько! Кстати, вписывается в... Штарм Спирит полетел, полетел на Арспирита. Арспирит получает кекс, Оупи играет очень опасно. Оупи под Блэкен Баром убивает все-таки Джерекса. Ана! Стревает Ана! Неужели погибнет? Погибает Алхимик! О, не будет 2 минуты! Нутейл стревает также, получает Омни Слэш. Флай выигрывает немного времени, но сам скорее всего погибнет. Погибает Флай, есть РП! По двоим! Без шансов! Минус 5. Неужели есть байбеки, но только первого байбека. Блинкдаггера у него нет, догнать Джерекса будет очень сложно. Но Тейл выкупается, у него нет возможности держать эту линию в одиночестве. Джерекс получает сейчас кекс, пытается спастись. Еще одна РП по Нутейлу. И Нутейл стоит, он ничего не может сделать. Нутейл один против всей команды Wizard Gaming. Минус 5. Good game. Well played. Пишет много героев в фарме чужие леса. Выходит в бока, телекинез, попытка моментально убить Джерекса. Джерекс есть блэкхол, может быть на развороте ему дать! Есть блэкхол по четверым по итогу, но урона абсолютно блэкхол у Рубика, блэкхол у Рубика, но он умирает, так не успев его скастовать. Бёрнинг умирает от санстрайка, Пупока уходит отсюда под фаталками. Великолепный реверс полярити. Станс попадает, Оупи, Драгонслейв, Флатвуда, два игрока команды OG умирают. Оупи делает даблкил, продолжается драка, здесь кентавр, здесь инвокер, Оупи на лоу хп отступает, получает лайсрак эрей, эспор, используется Шрайн. Есть Шрайн на развороте, Ана уйти не сможет, там даст использована, она дает бласт, получает Шакуев, погибает, это уже минус 4, стоит 1 СФО, это минус 5, Оупи делает триплкил. Заходит первым, используется скан, влетает Шторм Спирит, не пойми куда, нападает на Флая, буквально за 3 удара его уничтожает. Даже не использует Шиву. Хладнокровный еще и Нутейл встревает. Тут это может быть опасно. Что-то у Демона есть байбек. Возможно, есть смысл выкупаться. Тут прямо сейчас выходит Ана. Надо выкупаться, что у Демона полетел неплохой голем. Попадает он по двоим. Ана живет, что-то у Демона выкупается. Ана получает невероятный фокус от двух героев команды Victus Gaming. Но она живет. Бабока против Нутейла. Нутейл стоит по тучке, по стелсам. Толкает Нутейла назад. Нутейла нет маны на Сандер. Бабока очень круто сработал. Омни слэш пошел по Ана. Ана больше нет ультимайта. Закрывает Флай. Выигрывает на костное время. Но абсолютно алхимик без маны. Ана вынужден просто бежать. Погибает Распирит. Размен на реки Мару. Остальные пытаются просто уйти. Врыв. РП по троим. Ну это конечная. Это, видимо, то, ради чего брали Магнуса в этой игре Invictus Gaming.